Наше соревнование начинается. Стартуем! На призыв поучаствовать в экстрим-эстафете охотнее всего откликнулись ребята. Они с нетерпением ждали начала соревнований и прикидывали свои силы. Первым испытанием стала переправа через Калиновский пруд. Причем преодолеть его надо было по натянутому тросу. Поднявшись на специализированном лифте-платформе на 15-метровую высоту, первый смельчак с ветерком отправился на другой берег. Причем по дороге необходимо было попасть в цель для того, чтобы этап был засчитан. Дальше команду ждал старт на катамаранах. Со всей силы надо было крутить педали, чтобы обогнать соперников и продолжить эстафету в тире, где меткими выстрелами можно было заработать очки для своей команды. Но самым уникальным этапом для всех стала катапульта, которая подарила участникам незабываемое ощущение свободного полета. Самое прикольное тут было то, что вот катапульта, на которой нас запускали. Было очень круто, страшно было. Это было просто что-то. В этой эстафете не было обиженных и проигравших. В итоге победила дружба. Сегодняшнее мероприятие было бесплатное, но тем не менее победителей ждет награды. Мы подготовили кубки, праздничный фейерверк, салют. Дни празднования юбилея города Видное надолго оставят у всех заряд бодрости и оптимизма. Хочу сказать всем организаторам спасибо и с днем рождения, Видное! Елена Бабина, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.